Сегодня у нас 5 мая 2024 год. Подхожу ко второму мостику. Урем воды, видно, что спал, потому что там даже островок видно вон. Мы на шлюзе в том году оставили как есть. Вот. Воды, в принципе, хватает. Для рыбы хватит, и чаек там всяких. Сейчас поближе подойду. Правда, сейчас тут ходить по высокой траве, собирать клещи только. Они, ребята, стараются тоже перекусить. Вот как уровень воды упал. Видно, что она здесь стояла, вода. До этого не доходила. Это вот чьи-то следы. Андатровые, видимо. Они тут, вон у них, бороздки. Вот тоже след андатры. Вот явно выражен. След ее. Вот так вот. Можно сюда выкинуть. Сейчас пройдусь по бережку. Ой, чуть не утоп. Не пройдешься. А вон островок видно. Сейчас посмотрю саму дамбу. Как она выглядит. В том году здесь прорывало. Вот. В этом году дорога сохранилась, слава богу. Что-то камыши лежат. Видимо, что посюда шла вода. Откуда-то стекала, видимо, оттуда, с полей. Не с полей, а с бугров с этих всех. Здесь уже свободно ездят братья по этой дороге, так что хорошо все. Все, если вот такой уровень воды поддерживать, она эту дамбу никогда не размоет. Хоть она, конечно, и меньше воды, но зато безопасно для всех. Я вот когда-то ходил, тут у меня, помню, в первые годы, когда жил в Потеряевке, пытался плести корзины из лозы. Вот как раз ива растет. Вот, самый подходящий. Там первый, второй год лоза. Ну так мне дальше не пошло, не до этого просто сейчас. О, вот здесь вот видно, что что-то обвалилось. Это уже опасно. Обвалилось. Ага. Так, на другой стороне что у нас? А, это старая была. Вон, видно, эти сваи забиты. На старом месте обвалилось. Ну, вода не прошла. Не промыла дамбу. Ну, островок очень сильно обвалился. Птички радуются жизни. Скоро он зазеленеет, этот островок. Зеленью покроется. Вот здесь вот кольи успели наделать. Низинки в этой. Надо тут подсыпать так-то, чтобы эта низинка ушла. Вот они везде следы. Чьи-то. Ну так вот. Слава Богу за все. По милости Божьей. Аллилуйя.